Всем здравствуйте! Как жизнь? Тянуть. Потянуть, растянуть, утянуть. Как использовать эти глаголы? Сегодня я отвечаю Сане и Муратто о глаголе «тянуть» с приставками. Часть вторая. Тянуть. Притянуть. Притянуть – это приблизить, подтащить к себе. Он притянул меня к себе и сказал что-то. Притянуть – это вызвать в ком-то интерес, симпатию, привлечь. Меня притягивают образованные люди. Тянуть. Потянуть. Потянуть – это совершенный вид глагола. Потянуть – это начать тянуть, тащить на себя. Я потянула за нитку и достала катушку. Потянуть – это оказаться в состоянии выполнить какую-то работу, задачу. Мне кажется, я не потяну такую ответственность. Тянуть, подтянуть, подтянуть – это таща, приблизить. Я подтянула тарелку к себе. Подтянуть – это тащить вверх. Подтяни штаны. Подтянуть – это сделать подтяжку кожи, лица и тому подобное. Подтянуть кожу на лице. Подтянуть – это повысить знания. Мне нужно подтянуть русский язык. Тянуть. Протянуть. Протянуть – это провести, проложить на определенное расстояние. Мы протянули кабель из комнаты в кухню. Протянуть – это приблизить что-то кому-то в вытянутой руке. Мне протянули листовку на улице.
протянуть. Это медленно произнести, растягивая звуки. Я ухожу, протянула она. Протянуть – это просуществовать, прожить в течение какого-то времени. Старик протянет еще 100 лет. Тянуть. Перетянуть. Перетянуть. Это таща, переместить, передвинуть в другое место. В соревновании по перетягиванию каната мы победили. Мы перетянули команду из другого города. Перетянуть – это побудить в своих интересах кого-то перейти куда-то, переманить. Вы хотите перетянуть его в свою команду? Перетянуть – это превзойти в весе. Ведро с песком перетягивает ведро с водой. Перетянуть – это туго завязать, затянуть что-то чем-то. Марина перетянула ему руку резиновым жгутом выше локтя. Перетянуть – это натянуть заново, еще раз, иначе. Мы перетянули диван новым покрытием. Перетянуть – это натянуть слишком сильно, больше, чем нужно. Струны гитары были перетянуты. Тянуть, растянуть. Растянуть – это натягивая, увеличить в размере или лишить упругости. Мы растянули кусок кожи, чтобы покрыть рамку. Растянуть – это повредить чрезмерно сильным напряжением. Он растянул мышцы на ноге.
Растянуть. Это разложить во всю длину. Давай растянем ковер по кухне. Растянуть. Это продлить время совершения чего-то. Мы растянули прием гостей до вечера. Растянуть – это медленно произносить звуки, слова и тому подобное. Он говорил, растягивая слова. Растянуть. Растянуться. Растянуться – это сделаться шире или потерять упругость в результате натягивания. Мой свитер растянулся. Растянуться – это разместиться, расположиться на большом протяжении длинным рядом. Толпа митингующих растянулась на весь город. Растянуться – это лечь, вытянувшись во всю длину. Ты чего тут растянулся? Пора работать. Растянуться – это упасть плашмя. Я растянулась на скользкой дороге. Тянуть. Стянуть. Стянуть – это туго перевязать, связать, скрепить при помощи чего-то. Мы стянули все вещи веревками. Стянуть – это соединить концы, края чего-то. Врач стянул концы раны и зашил ее. Стянуть – это собрать, сосредоточить в одном месте. Людей на каток стягивала музыка. Стянуть. Это таща, снять, удалить откуда-то, стащить. Я стянула его с забора. Стянуть – это медленно или с трудом снять с себя или с другого одежду или обувь. В
Вечером я еле стянула сапоги. Так устала. Стянуть – это украсть. У меня стянули кошелек. Тянуть. Утянуть. Утянуть – это делать уже, меньше в объеме. Утяни пакет с одеждой. Утянуть – это уволочь, утащить за собой. Паром утянуло течением. Утянуть – это украсть, унести что-то тайком. Ребенок утянул со стола все конфеты. Пока все. Всем спасибо.